Руководство Международного инновационного университета придает огромное значение развитию физической культуры и спорта. Библиотека вуза насчитывает сотню книг по здоровому образу жизни, психологии спорта и правильному питанию. Большинство научных трудов написаны профессором университета, куратором спортивного направления, чемпионом мира по самбо Владимиром Дутовым. Кто спортом занимается, это же как идет тренировка. Тренировка жизненных потом каких-то навыков, которые потом по жизни дают продвижение вперед. Все равно это тренировка, это не тренировка мышц, а это тренировка все равно электронной начинки тех нейросвязей, которые в мозге. Поэтому спорт, конечно, очень важный. И у нас очень много спортсменов в нашем университете. О важности спорта в жизни каждого человека Владимир Дутов говорит и во время встреч со студентами. Они проходят в Международном инновационном университете каждый год. Представители так называемой элиты вуза рассказывают о своих тренировках, спортивных достижениях и как им удается совмещать спорт с учебой. Третьекурсница Мария Цаканян, например, обучается гостиничному сервису и является многократной чемпионкой российских и международных турниров по большому теннису. Международный инновационный университет, он любит своих спортсменов, он в них верит, что немаловажно для любого спортсмена, когда в него верят, ты вдохновляешься на новые подвиги, скажем так, пытаешься радовать университет своими победами, выступлениями, а такие мероприятия помогают нам, наверное, порадоваться друг за друга, вот, что самое главное. Верить также друг в друга и восхищаться результатами. За активную пропаганду здорового образа жизни и высокие достижения в спорте администрация вуза наградила студентов кубками и почетными грамотами. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.